Друзья, всем привет! Я рада вас приветствовать на моем канале. Как и обещала в прошлом видео, у меня было осенние покупки, распаковки из Fix Price. И сегодня я хочу вам... У меня тут просто есть небольшие товарчики с Wildberries. И хочу еще поделиться, рассказать о полке. Вот. А, вот такой вот пакетик. Давайте я сначала начну с мелкого, что я заказываю на Wildberries. И расскажу вам, почему я включила это видео. Хочу очень поделиться с вами вещами, которые мне очень понравились. Я купила их за свои деньги, они мне очень понравились, поэтому я хочу вам порекомендовать. Так как IKEA сейчас, ну, не то что закрыли, но не так удобно как бы пользоваться ей и покупать. И хочу вам нашла я более бюджетный вариант, чем IKEA. Давайте начнем с маленького. У меня будет скоро распаковочка, когда все придет. Сладости с Wildberries'ом. И мы с вами будем пробовать разные продукты с Wildberries'ом. И здесь вот такие вот пироженки, такие мягкие. Хочу сейчас попробовать даже. Ноти. Здесь эти пироженки с клубничкой. Вот так они выглядят. Очень классные. Надеюсь, вкусные. Не знаю, не пробовала. Далее вот здесь идут. Я наращиваю ресницы. И я обожаю вот эти патчи. Девочки, кто реснички наращивает, присмотрите к этим патчам. По 300 рублей. Есть они там разные. Это бананы написано. Вот так они выглядят. Упаковка 300 рублей всего лишь. Простите за шум. По-моему, 50 штучек. Я два раза в месяц подкупаю, и мне хватает на 100 человек примерно. Дальше. В коробочках. Не помню, что в коробочках. Игру заказывала завтра на дачу, сегодня вечером. И будем играть. У меня есть влоговый канал. Пока я распаковываю, вам расскажу. Простите за шум. Просто целый день, поэтому не могу я ничего сделать с соседями. У меня есть влоговый канал, и я там снимаю влоги и все показываю. И я заказала игру. Вот мы завтра будем в нее играть, и обязательно вам это засниму. Вот такая игра мема. Мема-клуб. Стоит она сейчас 950 рублей на Валбрисе. Это, в этой игре я узнала в ТикТоке. Здесь правила, как ей пользоваться. И здесь вот так разделены карточки. Вопросы, наверное. Вот это, да, вот вопросы, например. Когда сказал батя, что он... Здесь читаешь вопросики, значит, раздаешь. Ну, здесь все правильно, правила написаны. И очень-очень много разных карточек с лицами, и ты должен, вопрос задают, и ты должен какую-нибудь карточку подобрать и положить, и это получается очень-очень смешно. В общем, крутая игра, будем играть на даче, надеюсь, нам понравится. Так, еще мне понравился на Валбересе, хочу заказать морской бой, вдвоем играть дома, тоже очень интересно. Следующее, для наращивания ресниц, сейчас я открою, тут просто вот такая маленькая коробочка, не баночка, коробочка. Здесь написано «Оставьте отзыв» и «Инстаграм их». Вау! Давайте вместе эту красоту откроем. Жалко себя не рвать. Такие красивые штучки. Карта постоянного клиента. Это называется? Вау! В общем, здесь написано. Вот так красиво написано. И с другой стороны скидочка. То есть, как я буду их дарить? Я даю карту постоянного клиента. Вот здесь подписываю имя и фамилия. Человек должен ее носить с собой. Допустим, если девочка пришла на ресницы, я здесь ставлю вот в этом квадратике число, круге, и пишу число и свою роспись ставлю. В следующий раз она приходит опять. Если она пропускает, то это ей не зачисляется скидка. То есть только когда она приносит эту карточку. Поэтому карточку она всегда с собой должна носить. Но если она пришла и карточки у нее с собой нет, она ее забыла дома, значит, этот раз зачисляться не будет. Вот, все будет честно. И получается 4 посещения, на последние 15% скидка сначала. Потом еще 4 посещения, 25% скидка. И вот так вот каждый раз. Для постоянных клиентов это будет бонусная программа, и будет очень-очень приятно, я думаю, получить в подарок такую классную штучку. Девочкам буду сегодня рассказывать. Еще одна коробка. А, еще я заказываю там клей. Клей вот такой, Нео,
Сроки годности. 22-е. Годен до 23-го. Он изготовлен месяц назад, этот клей. Прям свежий-свежий. Партия. Вот такой вот я заказываю. Класс. И, кстати, вот с клеем девчонкам не везло, бывает, рассказывают мне. Мне вроде все нормально, везло. Здесь я не помню, что. Еще одна коробочка. Сейчас откроем. Посмотрим, что там. О, это у меня тоже, значит, я заказывала попробовать. Тоже девочкам в подарочки положить. Бонусную карту, жвачки Love я продолжу. Я их тоже заказывала. Какая грязная коробка. Жвачки Love тоже заказывала на Валбересе. И вот здесь есть еще вот такие жвачки Love. Будем с вами пробовать в следующем... Как, сливки. Сливочные конфеты. Вот так они выглядят. И тоже буду дарить девочкам. Сначала попробую сама, вкусные они или нет. Сейчас открою, покажу вам. Коробка немножко рваная, но ничего страшного. Мне ее никуда не надо дарить. Здесь, значит, смотрите, такая классная штучка. Здесь тоже что-то написано. Здесь есть наклеечки. Здесь тоже, что можно вырезать. Из коробки можно вырезать вот эти лапки. И вот такие вот сливочные конфетки. Будем в следующем видео с вами их открывать и тестировать. Я отложу отдельно то, что нужно протестировать. И теперь хочу вам рассказать про полки. Сейчас я поближе ее покажу. Полку мы только перенесли, прям буквально час назад. И сейчас я буду на влоговый канал записывать. Все разбирать. Единственное, что она чуть меньше икеевской. Вот далее стоит икеевская полочка. У нас она была под телевизор и была очень высокая. Она сама по себе большая. И разница в стоимости, это 5000 стоило в Икее. Это стоит 2000 на Валбересе. Полка идеальная. Собирается буквально за 10 минут, если все правильно собрать. Прям вообще супер. Но она вот поменьше по толщине, смотрите. Но стоит она 2000, ссылочки я оставлю. Все хорошо пришло, нигде ничего не ободрано. Здесь вот просто мы накрошили. И для нее я делала обзор на фикс прайс. Я куплю еще 3 вот таких штучки больших. И у меня будет 4 вот таких коробочки стоять. Вот здесь вот. А там сложу какие-нибудь штуки. Очень красиво смотрится. Прям идеально будет смотреться. Даже жалко, что я сейчас их не купила. Подкуплю еще 3 таких, пока они есть там. И буду складывать. Они идеально подходят. Даже сюда можно потом еще вот по бокам какие-нибудь свечки поставить. Подходят они сюда идеально прям. А здесь провода спрячу в нижнюю, все провода, чтобы красиво все смотрелось. Провод проклею. Здесь приставку мы будем менять, пока оставлю вот эту приставку. И здесь я смогу выставить, это из Икеи, все, что мне нравится. Все, что я хотела поставить. Вот. И телевизор у меня получается наравне с кроватью. Потому что он еще был очень высоко. И как-то это все поаккуратнее стало смотреться. Зимой можно елочку будет наконец-то поставить вон туда вот небольшую. У нас есть белая как раз. В общем, все супер. Мне очень нравится. Девочки, присмотритесь к этой полочке. Ссылочку оставлю. В разных она оттенках там есть эта тумбочка. Если у вас с икеевской, вы ищете подобие Икеи. Она чуть поменьше, но за свои деньги идеально. Идем с вами в прихожую. Из прихожей у нас вот такой вот киевский шкаф, но помимо него еще нам нужна была обувница. У нас обувь здесь стояла вот тут вот на железной штучке. Меня это очень сильно бесило. Я вышла из ситуации и заказала точности, как в Икее была, вот такая обувница. Она небольшая, но собирается на потяжелей. И здесь у нас обувь. Умещаются туфельки, умещаются тапочки. Единственное, что, кстати, тоже в разных оттенках, ссылочку оставлю. Очень мне понравилась эта полка. Все качественно, все хорошо. Можно вот эту вытащить посередине и уместятся большие сапоги. То есть здесь в каждой по 2 яруса. Где-то умещается по 4 штучки обуви. И сверху тоже можно вот что-то ставить. Вот так вот. Очень круто. Мне нравится, как она смотрится. Тоже присмотритесь. Если таких 2 поставить, в одну сапоги, вот как раз нам нужно вторую заказать, а в другую какие-нибудь туфли. То есть у вас здесь обуви вокруг вообще не будет стоять. Это прям супер. Отзыв на эту полочку 5 из 5.